Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дамната Space, и добро пожаловать на мой очередной обзор на мою самоделочку. В этот раз это у нас вот такой вот темный всадник, лорд скелетов, на вот таком вот своем скакуне темном, как вы можете видеть. Я специально делаю такое темное освещение, чтобы было красивее на самом деле, так он, похоже, будто бы он из тьмы на свет так выезжает. Эта моделька очень меня порадовала, она стабильная, не разваливающаяся, подвижная, главное. И лошадь, как вы понимаете, сделать из деталей Bionicle, но надо постараться. Собственно, здесь у нас имеется копытца, все идет как правильно. Ну, давайте сперва посмотрим на нашего бравого воина, всадника, лорда скелета. Что ж, наш лорд скелетов, как вы можете видеть, не особо замысловатой конструкции, но у него имеется плащ, который выглядит достаточно красиво. Он специально, я его сделал таким порванным и будто бы состаренным уже, ведь это воин какой-то восставший сам по себе, как вы можете видеть. И я его представлял, как может именно выглядеть набор сам леговский, а не какая-то замудренная самоделка. Да, в принципе, такую я и не хотел делать. Я хотел, чтобы он был подвижный, красивый, ну и передавал всю идею и концепцию таких вот воинов мрака. Собственно, у него имеется наша новая масочка из новой линейки Bionicle, которая мне очень нравится. Вообще, новая линейка Bionicle со скелетами — это что-то невообразимо крутое. На самом деле, зря они в прошлых сериях Bionicle такого не сделали. Ну, я рад, что с новой системой CCBS, которую я считаю, ну, наверное, лучше, с ней больше как-то вариативности, нежели со старой. Все равно это меня радует, то есть такие вот у него ноги, в принципе, простые. Плащ поднимается, здесь у нас конструкция как раз-таки идет. Его туловище, рука подвижная, и вторая рука неподвижная, дабы он мог держать свой меч такой вот. Наплечники, дабы повысить его броню, ну и чтобы он выглядел покрасивее. Также вот тут такие вот детальки для красоты имеются. Но, в принципе, всадник у нас не особо изощренный такой, но передает силуэт самого воина, который должен быть на таком коне восставшем, некроманта даже, можно сказать. Думаю, достаточно хорошо. Собственно, вот такой вот у нас всадник. Сама лошадь достаточно большая, поэтому я даже ушел со стола и перешел на ковер, чтобы все вам детально показать. Собственно, как вы можете видеть, голова у нее достаточно интересно сделана. Я, наверное, сейчас даже поближе вам покажу, дабы все вы могли разглядеть, всю конструкцию. Голова подвижная, и, как вы можете видеть, я добавил такие демонические рога, дабы она выглядела более устрашающе и, не знаю, наносил ужас какой-то в глаза тех, кто узрит ее. Вот такая вот голова, на самом деле, прикольная, я придумал, наверное. Здесь вот эта деталь из Hero Factory, она достаточно хорошо подходит. Она действительно выглядит как вот эта вот морда самой лошади. И сюда можно, если распилить детальку вот лазерного меча, то можно вот такую вот штуку сюда вставить, дабы сюда крепились цепи, а потом эти цепи можно совместить воедино с такой деталькой и засунуть нашему воину в руки, чтобы выглядело все правдоподобно. Ну и функционал какой-то имелся. Голова подвижная, крутится, вертится, делает все, что хочет. Также здесь есть шипы такие очень красивые. Мне кажется, они сюда вписываются по концепции. И вот такая деталь, которая там мудрено прикреплена, поэтому... Но она не отваливается, ничего, она даже подвижная, как вы можете заметить. И без нее бы было гораздо хуже. Вот так вот состоит туловище само, оно создано из многих деталей, прямо скажем. Сами копыта, думаю, ну их просто сделать на самом деле. Подбирайте детальки, которые подходят по самой стилистике для лошади. Таким вот образом все это цепляете, цепляете, а потом уже вот такой вот конструкции. Кстати, тут я использовал ребра от генерала Гривуса, очень хорошо подходит, кстати. Тут даже есть небольшой функционал, вы можете видеть вот эти, не знаю, часть лошади. Я не разбираюсь в анатомии лошадей, да и вообще я биологию не очень люблю, но в любом случае можете раскрыть это, и здесь будет что-то наподобие скелета. Ну, это я так придумал, просто мне нужно было закрыть это пространство, чтобы выглядело оно как-то более красиво. Ну и тут ребра имеются, и тут такие вот кости. Мне кажется, это выглядит достаточно прикольно, будто бы так тушу снимаешь, ну не знаю, как это называется, свежеваешь или как-то. В общем-то, эту броню вы можете отодвинуть, и там будут такие вот ребра. В принципе, выглядит достаточно прикольно, я думаю. Здесь вот эти вот детали присоединяются, они очень, кстати, полезные, они с двух сторон имеют вот такие вот
не шарниры как раз-таки, а выемки, куда шарниры вставлять. И хорошо подходит для любых самоделок, на самом деле, очень востребованы Moonway. Но жаль, во многих наборах они есть. Вот эта деталь служит для прикрепления нашего воина. У него тут детальки такие есть, куда можно это все крепить, и он сидеть будет достаточно хорошо. Туловище от старых биоников понадобилось, хвост, ну и задние лапы, в принципе. Точнее, не лапы, а ноги. Или как это уже вот так называется, вот таких вот именно. В принципе, сзади он более худой, наш скакун, но в любом случае выглядит прикольненько. Но он также мог становиться на дыбы, если бы вот эта деталь не было, он бы мог на двух ногах так стоять. Было бы прикольно, но это все компенсируется тем, что у него зад выглядит более-менее приемлемо, потому что без этой детали он бы выглядел ужасно просто. Но если прикрепить этого воина на коня, он будет выглядеть очень интересно и здорово, как вы можете видеть. Думаю, эта самоделка является одной из моих самых лучших по бионику на данный момент. У меня был Титан, как вы помните, Makuta Teridax, но мне пришлось пожертвовать им для создания вот этого чуда. На самом деле, мне кажется, что эта самоделка выглядит поинтереснее, чем мой Титан. Он как-то непропорционально, что ли, непропорционален он был как раз таки, а вот эта вот самоделочка очень даже неплохая. Пишите в комментариях, что вы думаете о ней. Дистермастер хотел поскорее увидеть обзор, так что вот он. И Дистермастер, пишите, что вы тоже о ней думаете. Можете ВКонтакте, можете в комментариях, где вам будет удобнее. Мне интересно также ваше мнение. Ну, собственно, вот такая вот у меня самоделочка получилась. Надеюсь, вам она понравилась, а также и обзор. С вами был я, Dominato Space. Всем удачи и всем пока.